Получи $50 для игры в покер. Ссылка в описании. Всем приятной жизни. Это Шашлык, и мы продолжаем играть в Warcraft 3 Region of Chaos. Так, ну что ж, глава Пылающее Небо. Сейчас попробуем ее пройти. Думаю, у нас получится. Ну, должно получиться, я так думаю. Магический круг приготовлен в точности по твоим указаниям. Ты готов начать обряд? Почти. Я уже дочитываю. Это просто невероятно. Автор знает о демонах практически все. Я подозреваю, что он был гораздо сильнее, чем его силы. Его силы не хватило даже на то, чтобы избежать смерти. Вот что главное. Достаточно того, что сегодня мы завершим начатую им работу. Приступаем. Ну-ну. Так, все, миссия началась. Значит, здесь нам нужно держать... В первую очередь оборону. Ваша воля исполнится. Вот тут мы поставим зиончики. Также мы их поставим, как бы вот да, повелитель. Такой плотной, ну, я думаю, 4. Да, и вот так вот. Повелитель. Лорд Артес, наши разведчики обнаружили склад гоблинских мин. О, это хорошо. Мы найдем им достойное применение. Да, повелитель. Ну вот так вот мы поставим эти. Никто не смеет мне приказывать. Так, где склад гоблинских мин? Угу, там склад гоблинских наконец-то мин. Значит, надо вот выложить. Защищать Кел'Тузеда любой ценой. А где они наступают? А, они здесь наступают. Какова воля тени? Постройка завершена. И уйдет живым. Постройка завершена. Блин, ты давай это моя кровь. В этот... В режим обороны. Ну, так. Что еще? Артас, сгоняй за гоблинскими минами. Выхвати их там сразу. Кел'Тузеда нужно держать. Полчаса нам нужно его оборонять. Завершена. По сути. Постройка завершена. Постройка завершена. Постройка завершена. Постройка завершена. Постройка завершена. Постройка завершена. Вот так-то лучше. Фростморн жаждет крови. Во славу плети. И не надейся. Так, ладно, давай тут это. Постройка завершена. И сейчас мы гоблинские эти мины сложим, знаете как? Вот так-то лучше. Вот вокруг Кел'Тузеда. Постройка завершена. Постройка завершена. Наконец-то. Прям вот так вот. Постройка завершена, повелитель. Нельзя сотворить. Исполню с радостью. Блин, пауки. Постройка завершена. Где прольется моя кровь? Фигли тут нельзя сотворить. Вот тут сотворяй, я тебе сказал. Я жажду служить. Так все, стой, ты будешь тут лекарем. Никто не смеет мне приказывать. Как ты тут мину раскид... А, говори, глупец. Понятненько. Фростморн жаждет крови. Живые наконец-то наступают. Во славу плети. Ну что еще? Блин, давай дуй сюда. И вот этот отряд... Первый отряд будет. Вот вперед. Лучше. Так, ты тут строишь, да? Строит. Еще чего у нас желает, есть послушник. Так, ну ты давай, наверное, патрулируй ваша вот отсюда до туда. И строй там эти. Полегче. А че один Артес дерется? А че вы не при... Жизнь замерзула. Так, а ты давай дуй сюда. Нам, значит, нужно вот это, темная цитадель. Нам поехали апгрейдить темную цитадель.
Никто не смеет мне приказывать. Так, первый отряд здесь. Мины раскидать. Но я сомневаюсь, что там через базу будут подходить. Давайте тут еще мин докинем. Вот так вот, чисто такое минное поле. И прям перед ним одно. Где тут они наступают? Так, надо резко поднимать эти зиончики. Ты давай тоже тут в автоэт, а ты патруль тебе. Да, вот так будешь патрулировать. А что, вы не можете... Блин, им сетку надо срочно, улучшение сетки срочно этим паукам. Вот так-то лучше. Просто срочнее не бывает. Так. Мертвые ждут. Никто не смеет мне. Первый отряд вот этот у нас будет. Так, ну 5 минут продержались, пока вроде неплохо отстраиваемся. Тут КЛ2З до этого заминировали, фиг подойдешь к ним. Так, Артес, давай тут эльфийские сапоги там собирай себе полный боекомплект. Что тут еще есть? Камень здоровья, боевые когти, амулет энергии. Давай в битву. Небеса озаряют пламя легиона. Барьер между мирами ослабевает. Это хорошо. Легион послал нам на помощь адских гончих. Они в твоем распоряжении, рыцарь. Угу, отлично. Во славу плети! Наконец-то! Так, все. Тут готово. Сейчас мы тут зиончики еще поднимем. И замечательно. Стройка завершена. Склоняюсь. Так, где у нас свободный этот? Больше золота. Эй, вы тут золото качаете? Блин, у нас один лишний кто-то. Ваша воля. А ну иди сюда. Ты. Исполню с радостью. О, ты не можешь ходить. Мертвые служат тебе. Вот ты и лишний у нас. Быстро его убил. Ну не быстро, но уже как. А, подождите. Пауки. Пауки быстро его убили, чтобы расходов не было. Потому что у нас там денег маловато. Нам нужно сейчас денег по максимуму выкачивать. Так, Элтузеда мы заминировали вообще по полной. На нас напали. Кто тут напал, блин? Так, ну намек я понял. Надо бежать сюда. Во славу плети! Быстрей, 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 быстрей. Ну, блин! Вперед! Вперед, вот! Да, паучков надо построить побольше. О, некроманта пусть убьют. Некроманта не жалко. Я его сейчас сам добью, он бесполезный. И нам нужен один послушник сюда. Давай, быстрее. Говори, глупец. Постройка завершена. Ну чё тут, послушник, долго будет строиться. Они ждут. Давай, в починку пошёл весь. Никто не смеет мне приказывать. Так, ну я думал, можно... А, не, стопе, стопе, стопе. Нужно драконятню заложить. Свершится предначальное. Погнал закладывать драконятню. Ага, все, красавчик. Ваша воля исполнится. Давай теперь тут дальше ремонтируй. Ага, во, все. Так, первый отряд, смотрю, атака идет. Быстро сюда передислоцироваться. А ну-ка, подойдите-ка поближе. Так, нам надо вот этих магов убивать в первую очередь. Они могут начать кастовать вот такую вот по всем шляпу. Ну что еще? Тебя нафиг. Тебя нафиг. Так, теперь давайте этого. Эй, паук, 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 не умирай, паук. Ляп. Ага, отлично. Фростморн жаждет крови. Тут у нас никакого места лечения нет.
Будучи употребленным, лечит 500 единиц здоровья. Так, отлично. Надо вот эти теперь поднимать в зионы тоже. Вот. Никто не смеет. И замечательно. Так, давайте, давайте, вы тут выкачиваете. Постройка завершена. Так, Дреку апгрейд ледяного его дыхания надо сделать. И вот здесь, пожалуй, мы будем драконами обороняться с этой стороны. То есть тут зиончиками и армиями. А вот с той стороны будем дреками обороняться. Пока не строю их. Никто не смеет мне приказывать. Но уже, наверное, надо начинать. Ладно, я думаю, до 10 минуты продержимся. Где атака? Вот так-то лучше. Грифонами быстро разобраться. И с вот этой разобраться вообще самое опасное для наших зионов. Убили, есть. Так, там с грифонами разобрались, отлично. Легион послал нам на помощь адских гончих. Они в твоем распоряжении, рыцарь. Контрол один. Во славу плети. Первую армию их приму. А вы тогда Ctrl 2 будете, вторая армия. Сгусток негативной, поглощающей 100 единиц и наносящий ему столько же единиц урона. Прикольно. Можно колдунов расфигачивать. Только так. Говори, глупец. Так, ну пока вроде бы держим без напряга. Все это... Все атаки их. Но это только прошло 10 минут. А нам 30 надо держать. Тут Келтузет минами обнесенный. Полегче. Кирин Тор, капюшон хитрости, да пофиг вообще. Так, я вот что подумал, нам, наверное, вот этот алтарь нафиг не нужен, героев. Вряд ли мы потеряем мага. Ну, если мага потеряем, то мы и так проиграем, правильно? А так продам его, все ж какая-то денежка. Ну, этот зион, ладно, пусть стоит. Так, как тут у нас 6000? Ну что еще? Ну, пока перерасход не хочется делать. Склоняюсь перед вашей волей. Живые наступают. Так, вперед. Принадлежит мне. Ты узнаешь, что вот этого в первую очередь. Ага, все. Чтобы вышка не упала. Осадные орудия в первую очередь сносим, потом уже все остальное. Вот так-то лучше. Фростморн жаждет крови. Так, все, тут отбились. Ага, быстро сюда. Так, давайте, паучки там, работайте, отрабатывайте свое высокое звание пауков. Наконец-то. Отлично, готово, все. Так, можно вкачать, ну, это на самом деле бестолку, то что там послушник и так регенится быстро. Нормально. Так, 2600 у нас, ну все, наверное, надо начинать строить драконов. Уже пофиг на это. И, пожалуй, вот здесь... Блин, на могильщиков уже не хватает. Ну, считай, мы 1, 2, 3, 6 драконов заказали. Наступают.
Так, давайте, давайте, давайте. Первый отряд. Сюда, сюда, сюда. Вот так-то лучше. Вот, видите, как они этих разбивают, наши зиончики. Лучников. Ой, могильщик, они потеряли... Блин, ты ёперный, ты кардебалет. Потерял могильщика. Денег стоит фиговую гору. Так, ладно, возьмем пока эту в отряд. 250 он стоит, офигеть. Ушло. Так, а что нам тут еще есть вариант продать? Вот это нам, наверное, не надо. Я так думаю. Все ж мы драконов можем строить, могильщиков можем строить без этой шняги? Можем. Все. Ну и все. Наконец-то! Ты пробудился. Так, отлично. Еще могильщика. И еще могильщика. О, замечательно. Двух могильщиков заказали. Так, ну пол миссии пройдено. 15 минут продержались. По идее, должно быть все хорошо. Так, вижу атаку. Сейчас будем пресекать. Сразу по магу. И мага, 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 мага. В первую очередь мага. Адскую гончую надо было лечить, тупизень. Блин, да вы пропустите Артаса. Ёшкин ты кардебалет. Так, ну ладно. Заменим. Твоя душа принадлежит мне. Заменим. За короля мертвых. Хотя лучше не терять. Вот слушайте, лучше. Давайте отойдем к башням, а? Во славу плети. Вот так-то лучше. Фростморн жаждет крови. Наконец-то. Да хорош. Моих пауков повыносили вот нафиг. Лучше. Че, офигевшие тут все такие. Сейчас мы вас... Пауки, ну че вы не колдуете вашу дивизию? Потеряли Зион. Пипец. Чего желает мой повелитель? Никто не смеет мне приказать. Че за хрень сейчас была? Наконец-то. Еще гончая, тоже в первый отряд. И давайте тут паука возьмем. В первый отряд. Все сюда. Где на нас? Быстро сюда, кто напал? Блин, эти напали. Говори, глупец. Фростморн жаждет крови. Давайте, давайте, давайте. Нельзя допустить, чтобы снесли Зион. Так, лечи, лечи, лечи. Пауков лечи. Все, отлично. Вроде бы тут без потери, да? Никто не смеет мне приказывать. Вроде бы без потери. Так, все. Первый отряд. А тут какой дракон полетел? Сколько тут драконов? Три уже. Нужно больше. Так, еще три паука. Нормально. Ну что еще? Ну, пока вроде бы держимся. Пока вроде бы держимся. Ох, 12 минут осталось. Ох, сейчас пойдут сильные волны. Так, ты. Я жажду служить. Тут Зион убили. Старостью. Убили один, построишь два. Никто не смеет мне приказывать. Так, тут паучки у нас есть. Угу, хорошо. Хорошо. И, наверное, я под конец Артеса поставлю возле этого Кэлтузеда, чтобы, если что, его полечить там как-то еще там что-то как-то где-то чего-то. Вы во вторую армию.
А вы в третью армию. Постройка завершена. Постройка завершена. Так, здесь завершена постройка в апгрейд их. Отлично. Говори, глупец. Так, Атас сюда поближе. А теперь погнали. Давай, лечи. Вот наши вышки хорошо. Снизу наступают. Так, ну все, тут разберутся. Постройка завершена. Давайте сюда, чтобы... Блин, в первую очередь дальника, зараза. Убили таки. Где наш тут патрульный? Че, сдох? Так, ну ладно, фиг с ним. Она одна была такая, знаете. Эта вышка, я не буду сейчас ее восстанавливать. Блин, вот меня бесит то, что у нас убивают патрульных наших. Жизнь за Нерзула. Так, ты давай иди сюда и отличи здесь вышки. Ну что еще? У меня чуйка, что сейчас отсюда пойдут. О, норм. Нам на помощь пришли могучие духи огня. Веди их в бой, рыцарь. Вы звали меня. Ctrl 2, вторая армия. Да, полегче. А первая армия. Вот у меня чуйка подсказывает, что сейчас отсюда будут нападать. Да, вот так оно и есть. Есть один, есть второй. Так, все сюда. Хиль. О, отлично. Давайте, рассредоточились, и тут фигачим. Все, красавчики, тут отбили. Так, теперь... Золотой рудник скоро иссякнет. Но у нас еще 5 волков есть. Ой, волков, господи. Третья армия. А, и все, и мы, это максимальная, да? О, 6 драконов. Третья армия, 6 драконов. Так, давайте вы, наверное, будете таким чисто прикрытием к Л2Зеда. Тут такое кольцо его взять. Ну, нормально пойдет. Первая армия здесь. Вторая армия здесь. Не получится. Так, вы тут, где наши рубители деревьев? Хорош рубить деревья. Давайте тоже сюда примыкайте ко второй армии. От вас, конечно, толку никакого, но... Так, первая армия на вашей территории батл. Так, сперва-наперво сюда и фигачить. Паука потеряли, блин. Нам надо вот этих убить. Живые наступают. Так, вторая армия. Сюда, бегом. Блин. И, не надейся на быструю смерть. И первая армия. Так, осталось 7 минут. Мы тут потеряли фиговую тучу зданий. Да вашу-то дивизию, а. Вот так-то лучше. Вот это сейчас все надо восстанавливать. Так. Значит, восстанавливать 2 послушника. Паука. Говори, глупец. Так, значит, первая армия пусть будет тут. Вторая армия пусть будет тут. Скорее всего, сейчас будет атака с этого фланга. Поэтому вторую армию сюда передислоцировать. Первая армия пока там. Так, послушник готов, да? Погнал быстро. Тут зиончики. 2, 3. Ага. Так, а ты еще один. Погнал сюда чинить. Давай вот сюда. И на починку. Золотой рудник обрушился. И ты давай сюда на починку. Срочно надо восстановить наши
Отлично, все. Никто не смеет. Вторая армия. Быстрее сюда. Первая армия тоже сюда. Вашу дивизию сейчас же убьют. А, все, пиндык, прорывают оборону. Да ж, как они так подъехали незаметно. Сволочи. Никто не смеет мне приказывать. Так, первая армия, стой здесь наготове. Вторая армия здесь наготове. Вон, возьмите вам еще вурдалака. В помощь. Какая-никакая, но помощь. Так, осталось 5 минут. Постройка завершена. Постройка завершена. Давай, беги сюда. Блин, подъехали эти гребаные осадные орудия. Так, ладно, у нас еще есть третья армия, в случае чего готовая защищать до последнего нашего Келтузеда. Первая, вторая. Тут сейчас надо внимательно смотреть за картой. Чтобы... Так, тут обрушился золотой рудник. Первая армия на вашей территории жесть. Бегом, давайте, минус. Еще один Зион потеряли. Да ну ёшкин ты, матрёшкин. Во славу плети. Так, вторая армия. Сюда передислоцироваться пока. Или ладно, стойте здесь. Полегче. Первая армия. Как тут дела у вас? Полечи. Паучару. Вот так-то лучше. Чего желает мой повелитель? Вам тут всем расставиться. А у нас ноль денег, кстати, все. Ну, у нас еще есть драконы. Так, 4 минуты осталось, ребята. Я, пожалуй, сделаю так. Я сейчас сохранюсь. Чтобы, если не получится, с самого начала уже не начинать, а начать с этого ну, что еще? Место, потому что я чувствую, что у нас Алексей. Слабовато, конечно. Никто не смеет мне приказывать. Не, вот здесь хорошая застава. Фростморн. Ага, вижу, говнюки тут появлялись. Рыцарей вижу. Магов вижу. Ага, и осадное. Знаешь, в первую очередь на осадное оружие. Не надейся на быструю смерть. Все, с остальными, как вам больше нравится, разбирайтесь. Наконец-то! Ну что еще? Фростморн жаждет крови. Наконец-то! Блин, да как так они просрали паука? Наконец-то! Отойдите все сюда, чтобы по ним вышки могли стрелять по-нормальному. В нормальном количестве. Вот и все. Ты узнаешь, что такое бой. Пипец, тут этих рыцарей фиг продымажишь. Такие они сильные. Так, 2 минуты осталось. А ну-ка, меню сохранить. 2. Отлично. Чего? Ну, у нас тут еще вторая армия готова к обороне. Ага, передислокация сюда. Кто там едет? Так, вижу магов. Ой, как хорошо, что мы их здесь перехватили, а. Хотя не, нифига. Блин, да вы такими темпами, вы какую-то фиговую дурацкую катафалку не можете продымажить. Бегом, 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 убить. Есть, одна готова. Первая армия, тут у вас экшен. Так, это последняя минутка уже идет. Давайте тут, держите как хотите. Третья армия, помочь, видите, тут жесть. Вторая армия, как тут с этими катафалками? Да убейте же вы ее уже, наконец. Так, все, да?
тоже давайте сюда. Третья армия. Давайте, давайте. Первая армия. Третья. Уже один дракон проигран. Говори, глупец. Держитесь. Мы должны защитить Калтозеда. Час победы близок. Вторая армия сюда. На этого... Ой, первая. Да пофиг уже какая. Первая. Вторая. Давайте твоя тут раз. Принадлежит мне. Третья. Живые наступают. Так, с этой стороны еще прорываются. Стоямба. Драконы держать. Вторая армия. Давайте тут... 40 секунд, ребятки. Первая армия, держим здесь. Вторая армия, держим здесь. Третья армия, держим здесь. Молодцы, 28 секунд. Давайте, давайте. Тут у нас еще башни стоят. Сожри ты свой этот. Давай этому бланк. Так, отлично. Третья армия, держимся тут. Давайте, минусуйте этих. О, тут это подъехало. Фух. Никто не должен пройти. Все. Победа. Сейчас что-то будет. Лорд Архимонд, приди в этот мир и позволь нам насладиться огнем твоей силы. Ну все. Трепещите, смерть. Вам карачун, ребята. В этот мир. Ты хорошо поработал. Мой план осуществился. Так. Лорд Архимонд, все готово. Хорошо, Тикондрус. Король мертвых нам больше не нужен. Отныне ты будешь командовать армией плети. Как пожелаете, господин. Скоро я начну вторжение. Но для начала нужно преподать урок этим жалким колдунам. Я сожгу их город дотла, и о нем не останется даже воспоминаний. А нам дадут поиграть, я не помню, этим Архимондом или нет? Так, ну все, mission complete. Они что, шутят? Что будет с нами? Терпение, молодой рыцарь. Король предвидел и это. Ты еще сыграешь свою роль в его великом плане. Ну, норм. Так, ну что ж, еще одна глава